Будем с пистолетика их валить. Ой, дали патронов, что ли? Вы молодцы какие. Да, типичный поезд лондонской подземки. Так, давайте поможем классике. Объехать? Вы что, смеетесь? Так, и начинаем всех гасить. Так, последний вагон мы зачистили, значит, можно туда будет сейчас каким-то образом залезть. Так, еще вторая партия. Ну, снова в конце появились здесь поезд. Блин, я хотел просто... проверить, что будет. Гражданских, оказывается, нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Блин, печалька. Слишком уж суровая игра. Нельзя поимпровизировать немного. Да ладно вам, ребята. Так, этот выпал. Вон он еще один. Почему? Вообще-то называется не водитель, а машинист. Если уж так, на точность. Так, кого сняли? Что это было? Его, наверное, сняли. Нашего коллегу. Батьки мои. Да тут сейчас все метро обвалится. Все эти тоннели. Да не может этого быть. Слишком уж эпичная сцена в лондонской подземке. Опять стычка. Неудивительно. Буду пистолет использовать. Пошли нафиг. Он намного круче, чем этот автомат. Уе. Пока не использую, не успокоюсь. Так, гренка полетела в коридор. Это даст нам какое-то время. Да ладно вам. Ну-ка, отдыхай, золотой. О, ес. Так, нам, наверное... Да, сюда они бегут все. Так, по гражданским не палить. Это будет сложно. Местная полиция скоро будет на месте происшествия. Браво 2 будет со станции через 5 минут. О, ес. Отлично. Последние 11 патронов остались. Все, берем теперь вот эту пушку. Типичная английская метро. Так, грена, 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 грена. Ее можно было схватить, наверное. Где гражданские? Не вижу гражданских, ни одного. А, вот он один. Вот это, кстати, клевая пушка. Мне очень нравится. Ну что, ребятки... Он убежал все-таки. Нет, 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 не дай ему уйти. Нет, не дал. Радует. Не стрелять, не стрелять! Блин! Служба линии пехоты.
Почему не стрелять-то? Стрелять! Наверх? Так наверх. Внимание всем командам! Грузовик направляется в вашу сторону. Он уже рядом. Отцепить территорию. Грузовик будет здесь в любой момент. Мы должны немедленно перекрыть дорогу. Вон он. Что, палить его? Вон, палим. Пофиг. Ну а теперь будем смотреть, что здесь. Чисто! Дайте открыть. Блин, следов от пуль нет. Они офигели. Даже на стенах есть. Иди сюда. Ну давайте подойдем. Папа, посмотри сюда. Посмотри на меня, папа. Мы сегодня у нас все Сара, не уходи далеко. Птички, мама, смотри, птички. Там с противогазами выбежали мужики. Точно все в тебя. Сейчас, по-моему, взорвется. Да. Девочку жалко, елки-палки. В 6.22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти? Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Мы знаем о газовой атаке и направили к вам войска химзащиты. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн. Какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Металл 01, командующий Оверлорд на связи. Направляйтесь в Гамбург. Операция по освобождению важного заложника. Кто это? Вице-президент. Итак, дорогие друзья, продолжаем прохождение. Какой-то здесь вертолетопад прям. Так, давайте. Ну давайте посмотрим, что здесь еще происходит. Ну вот эти вертолетики, самолетики. Да, это самолеты. Вон еще один подбили. Ай-яй-яй. Прям какая-то неразбериха происходит здесь. Вот на воздушной подушке. Ну что, и мы побежали, пожалуй. Давайте проследуем за колонной танков. Вон они, танки пошли. Но их должны сейчас взорвать, по идее. Так, вот один взорвали. Здесь взорвали одного из наших. О, смотрите, какое поле прям хорошее, спаханное. Прям хоть афганским маком засеивай здесь. Так, с танками двигаемся. А куда они хотят, чтобы мы двигались? Там вот, кстати, враги побежали. Не знаю, стоит ли их бить. Ага, вон они. У-у-у.